Ну вот, по-моему, я нашла польский гриб, маленький, небольшой. Вот он. Ну, короче, чужая страна, чужой лес. Я идти дальше опасаюсь, поэтому тут возле дороги хожу, недалеко от машины. Вот так вот, чуть-чуть пройдусь, посмотрю. Но грибов нет. По-видимому, еще рано. Я не знаю. Хотя земля очень сырая, влажная, и солнышко вот. Специально пришла в такое место, где есть солнышко. Ну, зато очень много следов кабанов. И такие копыта огромные. Это, конечно, страшновато куда-либо углубляться. Но под ногами всякая разная живность прыгает. Особенно много маленьких жабок. Вот. Сейчас тут чуть-чуть возле дорожки похожу и пойдем, по-видимому, обратно из этого леса. Поедем. Взяли удочку. Может быть, на озеро заедем.